Новый техрегламент вступает в полную силу только с 1 октября 2018 года. До этого момента всем владельцам аттракционов, к которым, кстати, теперь причисляют и малые архитектурные формы во дворах и парках, дано время на переоборудование мест отдыха детей и взрослых. До открытия летнего сезона в парке Зернова, где сконцентрированы все аттракционы в Сарове, остались считанные дни. Парк уже прошел аттестацию всех аттракционов. Хочется отметить, что данная аттестация по аттракционам проходит ежегодно. Это обязательное требование, которое разрешает эксплуатировать механическую технику, которая как бы оказывает услуги населению. И если с каруселями все понятно, они готовы принимать посетителей, то детскую площадку с песочницами, качелями и горками ждут большие изменения. Площадка с мафами на территории парка Зернова любима не только детьми, но и взрослыми. И уже в этом году вот вся эта территория будет приведена не только в соответствии с техническим регламентом, но и получит совершенно новый, неповторимый, уникальный вид. Старые мафы в течение летнего сезона будут демонтированы, а на их месте появится современный и комфортный комплекс. В местах, предусмотренных техникой безопасности, положат специальное покрытие. По словам специалистов Центра развития культуры и искусства, можно также ожидать, что появятся даже уличные музыкальные инструменты. За состоянием нынешних сооружений контроль и внимание такое же пристальное, как и за соседним аттракционом «Ветерок». Они проходят визуальную проверку, техническую службами, инженерно-техническими, внутренними службами Центра развития культуры и искусств. Заработает парк уже 29 апреля. И, по словам специалистов, учреждение готово к приему гостей. Прокатиться можно будет на всех аттракционах, кроме водного. Погода пока не позволяет. Кирилл Васинин, Константин Островский, Владимир Лисик. Служба новостей Саров, 24.